И к другим темам. 27 ноября 2005 года на базе детской театральной школы был создан театр-студия «Премьера». Бессменный художественный руководитель Валентина Белова сделала первый набор юных актеров и посвятила их в студийцы. Эта дата и стала точкой отсчета в жизни нового самобытного коллектива, который за время своего существования обрел лицо и неповторимый почерк. В честь своего 7-летия «Премьера» собрала в зале детской театральной школы своих почитателей, чтобы вместе со зрителем отпраздновать день рождения студии. Артем Беготский продолжит. Народного театра студии «Премьера» по традиции открыл уже очередной, 7-й по счету праздничный концерт, посвященный дню рождения коллектива. И опять же по традиции в этот вечер прошло посвящение в студийцы только что пришедших в коллектив юных актеров. За 7 лет через «Премьеру» прошли сотни ребят. Одни уходили по разным причинам, но есть и те, кто с первого дня верен Народному театру студии и его бессменному руководителю Валентине Беловой. Занимаются здесь не только дети, но и взрослые. И к моей радости я могу сказать, что с момента основания театра с нами Денис Мусиенко, Дима Казаков, Елена Ковальчук. Вот они у нас самые стойкие. Очень много уезжают учиться ребят, поэтому они уезжают из города, и мы их теряем. «Премьера» не просто театр-студия. Это союз единомышленников, которые готовы в свободное от учебы и работы время посвящать себя бесконечным репетициям. В среднем театр за сезон показывает 3-4 новых спектакля. Но этот труд, подчеркивают актеры, им не в тягость. И всему виной та атмосфера, которая создана в этом коллективе. В этом театре особенная магия. Мы оправдываем свое название «Премьера». У нас достаточно много спектаклей выходит, и все из них своеобразные, особенные. Театр – это сказка. У нас есть и веселые сказки, есть и социальные спектакли. Поэтому вот эта вот магия разнообразности, она, конечно, присутствует. Спектакли «Премьеры» не спутать ни с какими другими постановками. Режиссеры и актеры берутся за сложные философские пьесы, затрагивающие острые, порой даже драматические аспекты жизни. Их спектакли заставляют задуматься. «Домой», «Блин 2», «А зори здесь тихие» – вот далеко не полный перечень успешных постановок театра, а всего их более 20, которые оставили яркий след в культурной жизни города. В этом году «Премьера», в очередной раз оправдывая свое название, покажет своему зрителю еще 3 новых спектакля – 1 детский и 2 для взрослой аудитории. Артем Беготский, Сергей Овчаренко. Новости ВТВ.